Ну, уважаемые участники! Лёша, Статик, отойдите. Давай, Борис. Закончился традиционный турнир в памяти Бориса Владимировича Марковского, который посвятил всю жизнь футболу, ну и мотоспорту, кто знает. Спорт у него был на первом месте. И пресса, кто помнит, Борис Владимирович время занимался судейством и развивал в этом микрорайоне. Поэтому благодаря Мише турнир проводится уже не 10, да? Больше, да. Традиционный. В том году коронавирус нам не дал, поэтому как евро, у нас турнир 2020. Четвертое место, команда «Квартал». Лучшим игроком команды признан Алиев Анатолий. Хорош, Толян. Третье место. Команда «Ничья». Ратибор, ты «Ничи». Толян, следующая суббота на теле проставляется. Лучшим игроком команды признан Скрипкин Игорь. На сегодня вратари. Второе место. Команда «Виа». 4 очка. Лучшим игроком команды признан Заикин Евгений. Игроки, лучшие игроки, все вратари. Лучшим игроком команды «Азбол» признан Казарин Виктор. У меня сегодня выставляется. Я тебя написали туда, решил. Первое место. Золотые медали, памятный кубок. Команда «Азбол». 5 очков. Победа 10. Спасибо организаторам. Ну, а не пейте. До встречи в следующем году. Подарите, что не надо. Идем, что мы. Спасибо.